Привет всем, у нас утро. Мы планируем сегодня с этого места уехать. Кто пропустил, обязательно посмотрите предыдущие видеоролики. Пока Настенка побежала, здесь прям есть в двух шагах буквально столовые, купить что-нибудь на завтра, кашку. Мы с мальчишками умылись и поставили греть воду на кофеек. Пришла Настенка. Недолго, минут 10-15. Ну вот, 10-15. Она сходила в эту столовку обжорка, там очереди постоянные. Потому надо что, Настя говорит, потому что порции там большие, вот, ну, да. Прям огромные. Прикинь? Да, запеканка. А, вот, у всех запеканка будет. Со сгущенкой, а мне вот это. Ага, вот, ну тут я не килограмм, да, что ли. Да, это тяжелый прям пакет. Обалдеть. А пюре, грубо, вот, полная вот. Тарелка с горкой. Прям, и салаты тоже с горкой. То есть это, их, видимо, фишка, это большие порции. А пока стояла... Каша закончилась. Каша закончилась, стояла за кашу. Ну и цены, кстати, чуть ниже, чем вот везде. Вот там по 80 борщ. Но я думаю, там борщ, наверное, вот такой, наверное, с мясом. Ну да. Я так надеюсь. Я пока что проверила это. Все, мы собрались. Все упаковано, бок собран. Здесь все. О, даже дверь так закрывается. Дверь в багажник тоже закрываем. Чуть уголь не забыли. Выезжаем из Архипа Осиповки. Посмотрите, с каким шикарным видом на горы. Вот хочется сегодня переночевать с каким-нибудь таким видом, классным видом, потому что берег наш, конечно, весь закрытый застройками, проволоками какими-то, поэтому нету никакой эстетики. Но надеюсь, у нас сегодня что-нибудь получится придумать. Мы по случайности из Архипки забрали с собой еще одного пассажира. Это Богомол. Едет с нами, не знаю зачем. И не знает куда. Это Богомол путешественник. Ну и попали мы вот в такую вот пробку. Да, все, видимо, возвращаются с юга. Но на самом деле в сторону юга тоже есть пробки. А наш пассажир до сих пор едет с нами. Я его смотрю. Выглядывает, смотрит на дорогу. Что, пробка? Пробка. Смотрите, что я вам сейчас покажу. Я такого не видел никогда. Я видел таблички, что идет фото-видеофиксация нарушений, например, там обочина, либо сплошная. Я все думал, как они летают, как они снимают, на какую технику они это делают. И вот, пожалуйста, посмотрите, какой здоровый дрон. Вот так вот завис в воздухе. Где? И фотографирует обочину. Прикиньте. Смотри, Роза. Мы хотим добраться кое-до каких водопадов. Вот так вот, по такой... дороги ехали, а впереди у нас, короче, река. Я очень переживаю, что передний привод может зарыться. Но, конечно, это не точно. А, можно, в принципе, вот по краю взять, наверное, да? И проехать. Надо думать. Как вы поняли, мы не рискнули. Едем дальше. Мы сейчас остановились по пути в Фанагорию. Это недалеко от Горячего Ключа. Здесь есть пещеры. Хотим дойти туда. Хотим природы, хотим гор. Вот. По пути мы на трассе заехали, купили персики. Кило 300 стоит 300 рублей. Кило 700 стоит 300 рублей. Отойди с дороги, машина едет. На дороге продают еще кизил, арбузы, понятное дело, на ярмарках. И еще грибы, лисички. Кстати, персики твердые. Но сладкие. Это местные, пшатские. Сейчас уже начали двигаться. Здесь подъехала машина. 75-й регион. Это наш родной регион. У нас мэрс тоже был на 75-м регионе. И я им крикнул, что с Читы. А что, за Байкали? Они говорят, да. Я говорю, отлично, мы типа тоже с Читы. Вот. И вместе сейчас идем на вот эти горы. Называются Богатырские горы. Здесь есть две пещеры, можно добраться с детками, мы немножко почитали, ну, как обычно, да, прям чуть-чуть, а потом начинаем все сами разведывать. Поэтому давайте вместе с вами отправляться. Если там будут какие-то прям вау-места, то обязательно запустим дрон. Я его с собой взял. Сразу первое на маршруте. У нас есть вот такие вот метки на деревьях. Раз метка, на следующем дереве еще меточка. Так, огромный холм. Вот, будем двигаться. Давно мы не ходили... по лесу, по-моему, последний раз, когда мы это делали. Это было в Смоленске. Тогда мы гуляли с ребятами по такой тропе, которая реально прям заряжает. Кто вдруг пропустил этот видеоролик, обязательно посмотрите. Нет, это домик. Давненько мы так не ходили. Здесь уже начинается перепад высоты.
Но самый, кто чувствует перепад высоты, это, конечно, Мирошка. Да, Мирончик? Тебе походы в горы особенные. VIP-персона, да, сынок? Проходим вот такую корневую систему. Просто корни сделали ступеньки. Сколько поваленных деревьев. Самое, что интересно, вот есть руслы. Видите, не вот это Настенька. Богатырские горы. А вот эти вот руслы сели, сходят, и все уходит вниз. Есть старинные деревья. Вот я вам покажу, видите, белый ствол торчит. Старинные. Так, мы продолжаем двигаться дальше. Встретили людей, которые возвращались. Появились на деревьях красные метки. Вот видите. Но также есть синие. Правда, не знаю, куда ведут красные. Вот такая погода, по горам ходить одно удовольствие, потому что солнышко слегка там что-то выглядывает. Где-то градусов 25, но в лесу очень прохладно. Прям вот прям очень комфортная температура. А, да, сынок, да. Только отключил камеру. Мы проходим чуть-чуть, буквально метра 3. И посмотрите, открывается какой вид. Это, походу, на первые пещеры. Здесь есть столик. Можно, ну так, самодельно сделанный из бревен. Вот. И, собственно, вот они, первые скалы. Богатырские называются. И пещеры. Причем, говорю, если идти тупить вниз, смотреть, то можно спокойно пройти это место. Так, ну что? Будем пробовать сейчас с Мирончиком подниматься. Парни, очень аккуратно, скользковато. Опа! 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 Вау! Вот это круть! А самое, что интересно, что под ногами не камни, да, которые выскальзывают из-под ног, а песок вместе, видите, с корнями. И песок такой прям, как мука. Фух. Опа! Ничего себе! А? Дошли! О, смотрите, как красота. Видишь? Классно, сын. Обалдеть. Вон туда тропинка уходит. И вот здесь вот можно посидеть, отдохнуть. Где наша Настенька? Вот они забираются. Вон туда можно же пролезть, Настена. Вон, видишь ту пещеру? Смотрите. Первая такая мини-пещерка. Вторая пещера начинается вот так вот, прямо на обрыве. Так, попробую. Ух, нифига себе. Перевесило меня. Можно было бы нехило упасть. Слушайте, ну там пещера прям. Ой-ой-ой. Так, Тём, давай фонарь. Не-не-не-не, сейчас со мной ходить не надо, я тебе еще раз говорю. Бросай фонарь. Те, кто давно смотрит наш канал, знают, насколько сильно я боюсь всю эту историю. И чтобы зайти даже в пещеру, которая, ну, так сказать, сделана, оборудована, я преодолеваю огромное количество страхов. И сейчас, глядя вот в эту вот дыру, мне нереально стрёмно. И, ну, это жесть вообще. Я не знаю, кто туда ходит, не ходит. Так, фонарик вот я включил, но толку нету. Фу, да уж. Слушайте, стремноватая история. Охренеть, туда же можно забраться. Но я в этом плане сыкло, конечно. Поэтому я не пойду. Видите, вот этот скальный песок, он такой скользкий, что просто трындец. Ну, вот Артемка пробует забраться. Давай. Давай попробуй. Тебе надо? Нам тут ребята говорят, что есть вот следующая пещера, в которую нужно зайти и через пещеру подняться наверх на эти скалы. Прикиньте, я не знаю, стоит ли нам это делать. Это, конечно, все очень интересно. Но пещера — это дело такое. Видите, здесь как скалы эти стоят, камни. Фух, не знаю, куда идет дорога, куда ведет нас дорога. Вон там еще одна пещера. Где ты ее видишь? Вон,
Ух ты, да, смотрите. Наверху видали как? Так, я сейчас, наверное, своих оставлю. Попробую-то забраться. Эй. Интересно. Короче, я понял, здесь в распорку надо. Славян покорители. Скал. А может, это на подпане скала? А прикинь, короче, ты залазишь, начинают резко мыши вылетать оттуда, и ты просто срываешь. Так, папа, это же как в фильме «Вышка», помнишь? Да. Летучие мышки вылетают и сразу пугаются, и они падают. Нет. Я не знаю, как разбираться. Мы нашли путь наверх. Надеюсь, у нас получится посмотреть красоту сверху. Вот такой вот, видите, преодолеваем подъем. Так. Опа, опа. Мы забрались, да. Снизу стыч вроде так это невысоко. Артемка, не подходи к краю. Ну, типа смотровой, ага. А, вот это как раз типа пещеры вот эти. Вон там еще горы. Но уже, конечно, выше. Фух. Я хочу найти выход, где из этой пещеры вылазишь. Нам сказали, если оно реально так. Сейчас попробую подойти, показать вид. Вообще бомба. Ничего не видно, просто зеленое. Классно. А осенью здесь все пойдет, и вот тогда будут открываться виды. Но уже не будет зеленое. Еще дальше, если подняться метров 500, то там будет стоять памятник неизвестным солдатам. Вот, такая братская могила. Поэтому, как бы, не видим смысла прям туда идти, потому что я думал, гора Лысая называется, потому что она вот такая будет скальная, а там нет, там также и деревья, все вот так вот заросшее, вот, и даже не получится пустить дрон, потому что запускать дрон вот так вот, конечно, я больше не рискну. Последний раз я так запустил из леса дрон в Геленджике. Он поймал заглушку, но домой все-таки вернулся. Но из-за вот этой истории он просто разбился. Начинающий путешественник своим ходом на ногах. А то все ездил, ездил, а теперь вот сам пешком по лесу с папой, с братиком. Со всеми братьями своими. Ой, молодцы. Давай, Мирончик, прыг. О, молодцы какие. Вот, вот, тренируйся. Тебе еще много предстоит, сынок, маршрутов с родителями. Мирончик познает лес. Вот так вот. Не можем мы никак спуститься с этой горы, потому что ему все надо. Ему все интересно. Наши каждый будут гораздо листочек. Интереснее. Каждая веточка. Он двигался. Походу, он желтел. Сынок, желудь есть не надо. Мы сейчас остановились в таком красивом месте. Я сейчас быстро дорогу перейду и вам покажу, какие здесь красоты открываются. Вы просто очумеете. Если готовы, смотрите. Баум-баум-баум. Гляньте, какая красота. Река. Здесь купаются. Вот люди загорают, рыбачат. Можно спуститься. Возможно, есть какие-то даже подъезды. Вот с этой смотровой тоже открываются красивые-красивые виды. Гляньте, какой кайф. Класс. А вот здесь вот парковочка такая небольшая. И здесь уходит тропа герою, сейчас скажу, Кучерява. Тропа к месту гибели герою Кучерявому. Советского Союза герой. Герасим Евгеньевич, 1903-1942 год. Я уже здесь много почитал на табличках. На памятниках здесь велись ожесточенные бои в 42-м году.
Как вам кадры с воздуха? Потрясающее место вообще, вот прям вау. Хочется, знаете, сесть там и залипнуть. Единственное, что смущает, это звук от проезжающих машин. Но все равно очень круто. А еще здесь расстраивает следующее. Это не то, что расстраивает здесь конкретно, везде. Вот шикарное место. Посмотрите, сколько мусора. Посмотрите. Просто жесть. Если туда заглянуть, там трындец вообще. Там какие-то матрасы даже лежат. Огромные-огромные матрасы. Я даже боюсь подходить туда к краю, потому что там будет тоже, скорее всего, какая-то лютейшая свалка. Блин, просто жесть. Ребята, если вы где-то останавливаетесь, блин, увезите с собой мусор. Это же так несложно довести до какого-то соседнего бака. Ну, на самом деле, вот мы его делаем так тоже. Пример подаем. Вот, мы с Архипа Осиповки с собой забрали мусор. До сих пор нигде не увидели корзину, и он катается с нами. Хотя тоже можно, конечно, выбросить его вот так. Но зачем? Не надо так делать. Это природа, она у нас одна. Мы сейчас двигаемся в Фанагорию, или как правильно, Фанагория. Красивое название. И дорога туда вот такая вот. Просто все в машине трясется. Жесть. А потом подвеска вся. Мы доехали до этой деревухи, Фанагория. И вот так вот, значит, встали здесь на полянке. Просто вот так вот в тишине, уединение. С природой мы заехали здесь, в этот сельский магазинчик, купили пельмешки, купили сметанку. Греем сейчас водичку. Сейчас это все дело мы закинем. Кстати, вода уже вон под их подходит, по ходу дела. Вот. Покушаем и будем продолжать дальше смотреть. Что-то смотреть. Варитесь, варитесь. Пельмешки варитесь. Всем рекомендую с собой возить плиточку и газ. Ох, как помогает в путешествиях. Ну вот и готов у нас обед. Вот так вот, знаешь, с помидорками. Блин, вспомнили, что у нас есть сметаночка. Все, ништячок вообще. Класс. Угу. Мы когда зашли в магазин, все купили, но забыли купить что-нибудь к чаю. В итоге сели уже кушать, чайник стоит, согревается. И такие вспоминаем, забыли. А потом вспомнили, что у нас есть банка меда и банка варенья. Мамулька делала. Запекал. Вот, открыли. Пацаны лопают. Да, Артём говорит, повидло больше. Как вкусно. Да, и еще у нас с утра осталась запеканка, между прочим, мы ее тоже с собой забрали. Поэтому, и наверное, и хорошо, что мы забыли что-то купить, потому что в деревне магазин какой-то дорогой. Сытый, довольный, отправляемся в путь. А еще в Фанагории. Но я на самом деле это не знал. Есть церквушка Матроны Московской. Вот смотрите, оно по левую руку от меня сейчас. Здесь есть купель. Сама церквушка. Очень место такое интересное. А для нас это вообще знаковое место. Вот видим, храм святой блаженной Матроны Московской. Почему для нас это знаковое место? Потому что когда мы с Насенькой познакомились, по-моему, на второй день нашего знакомства или на третий день, мы поехали к Московской Матроне. Не знаю, почему мы это сделали, но поехали. И поэтому, конечно, оказаться здесь и увидеть вот такой вот храм, это, конечно, супер. Это, наверное, какой-то тоже знак. Мы заехали по пути в Краснодар, в Горячий Ключ, любимый наш городок. Хотим посмотреть здесь эту канатную дорогу, когда открыть ее, вообще узнать. И самое главное, понять, что будет здесь по ценам. Так, шикс. Здесь вообще, в принципе, вот ее уже запустили в тестовом режиме. Не знаю, просто людей пока нету. Написана табличка «Скоро открытие». Ведет она куда-то туда-туда на вершину, и вот как раз там стоит колесо обозрения. На табличке написано, что они сделали продление до 15.06, но нет. Нет, нет. Потому что уже сентябрь на дворе, а до сих пор канатку не запустили. Там, короче, будет какой-то парк еще сверху, вот, собственно, колесо обозрения. Я так понимаю, что это будет примерно выглядеть, как в Геленджике. Поднимаешься по канатной дороге, и у тебя сверху колесо обозрения, парк, детские аттракционы, еще какие-то плюшки различные. Вот, примерно так же. Я думаю, что если мы задержимся в этих краях, я бы, конечно, очень хотел бы попасть сюда на открытие и подняться на эту гору. Наши все спят, а мы с Тёмкой дошли вот сюда, вот до реки.
Здесь скала Петушок. Вон там есть смотровая, беседочка такая стоит. Почему-то сейчас повесили табличку, что купаться здесь запрещено. Не знаю почему. Вообще здесь постоянно летом купались. Вода прекрасная. Идеально, я бы даже сказал. Вот, смотрите, кстати. Вот она, канатная дорога. Лес, река. Как здорово. Не знаю, правда, почему сейчас купаться не разрешают. Конечно, вопрос. Раньше таких табличек не было. Мы постоянно ныряли вот с этой вот скалы. Видите? Ну, с подножия, короче. Вон, Тёмка пошел. Попаркурим? Попаркурим? Не, сынок, на камнях баловаться не надо. Паркурить? Вон рыб сколько. Только полетать. То, что я показал вам с воздуха, это, так сказать, основная достопримечательность всего Горячего Ключа. Но обязательно, если приедете, погуляйте еще и в самом городе, ведь там есть пруд, там лебеди белые, черные, другие какие-то птицы водятся, там можно купаться, там есть пляж, огромные детские площадки, скейт-парк, короче, там тоже погуляйте. Ехали мы, ехали по интересным местам, по нормальной трассе с нормальной скоростью, и вот так с нами случился Краснодар. И снова пробки, пробки, пробки бесконечные. Блин, пробки в этом Краснодаре. Вот так вот. Задержимся здесь на пару дней. Надо постираться, помыться, сделать перерыв и рвем в новое путешествие. Еще надо арбуз поесть. Почему-то там, в Архипке, в Лермонтово, с фруктами, с арбузом вообще было какие-то сложности. Просто не найти. Мы уже приехали. Осталось только купить арбуз. Здесь они по 20 рублей. Вот так вот. Он нас уже, Соня, встречает, как обычно, к Соне. Гигантский арбуз. Ну вот, полил. Еще и был сильный-сильный гром. Собственно, вы, наверное, спросите, почему мы уехали с моря. По этой причине, потому что мы стоим все-таки в Анлав. И прогнозы были жесткие. МЧС несколько раз передавала, что вот-вот будет. Сегодня в 9 утра должен был начаться, начался вечером. Поэтому мы решили пересидеть здесь. Ну и плюс ко всему нам нужно забрать посылку и апостиль. Надеюсь, вы помните. Вот, поэтому вот так. Буду завершать выпуск. Прощаюсь с вами до следующего. Пока.